Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Turkey Space. Я Олеся. Я Владимир. И сегодня мы расскажем то, что нам нравится в Турции. Итак. Первый пункт. Отзывчивость и доброжелательность местного населения. Турки готовы помочь любому, кому требуется их помощь. Помогают все, от случайного покупателя на рынке до охранников и даже сотрудников государственных учреждений, которые излучают доброжелательность и не отпинывают тебя, а пытаются решить твою проблему. Даже если ты не говоришь ни по-турецки, ни по-английски, они найдут способ объясниться с тобой. Тут же скачают онлайн-переводчик какой-нибудь или найдут того, кто понимает на твоем языке. Пункт номер два. Охранники. Охранники здесь вообще решают. Это просто best of the best. Если ты пришел в какое-то учреждение для решения какой-либо проблемы и не знаешь, к кому обратиться, то направляйся сразу же к охраннику. Они тут в курсе всего и вся. И талончик тебе нужный возьмут, и с менеджером поговорят, чтобы тебя приняли, и даже без очереди тебя примут и все тебе сделают. Охранники. Третий пункт. Это быстрота решения бюрократических вопросов. В Турции бюрократия 28 уровня. Они очень любят документы и документы документов. И когда начинаешь решать какую-то задачу, тебе нужно подготовить кучу разных бумажек и пойти в одно учреждение, потом в другое учреждение. И если ты из РФ, то представив это, становится дурно. Но здесь ты, приходя за бумагой, без проблем получаешь ее тут же. Без этого всего, знаете, приходи только в среду с 11 до 13, а предварительно запишись на прием, а запись на прием по вторникам с 8 до 11, а придя, тебя отправляют в другую дверь, где они посмотрят, у тебя не хватает еще одной бумажки, которую нужно получить, чтобы получить нужную бумажку, и ты начинаешь заново все по кругу. Здесь такого нет, здесь главное знать, в какое учреждение тебе нужно идти. И там тут же все решается. Мы в начале своего пребывания здесь, каждый раз берясь за новую задачу, были готовы к прохождению всех кругов ада. Но каждый раз сталкивались с тем, что «А это все? Все сделано? Больше никуда не надо идти?» Здесь бюрократия с человеческим лицом, так мы ее называем. Пункт номер 4. Тебя здесь везде угощают. Идешь за сладостями, угостят пахлавой. Идешь по рынку, остановился у прилавка, угостят то огурчиком, то мишмулой, то маслинами. Пошел в пахлавичную, выйдешь сытый, чаем напоенный. И так везде. Местные очень гостеприимные, щедры на угощение. Это можно увидеть по моему животу, появившемуся. Они даже порой, знаете, так вот прям настаивают, чтобы ты угостился. Вове даже однажды пришлось говорить, что да не, она не хочет, посмотрите, у нее фигура. Пятый пункт – это открытость местных. В турецком менталитете выражено открытое выражение своих чувств. Если им что-то не нравится, они прямо тебе так и говорят об этом. А если человек им нравится, то они с легкостью посылают тебе слова любви. Бог здесь бесконечно получает слова признательности и любви от местных. А еще они все время отмечают его внешность, называя его викинг, викинг. Пункт номер 6 – это безопасность и свобода. А нам уж, поверьте, есть чем сравнивать. Здесь нет страха, что кто-то к тебе подойдет и что-то предъявит, потому что он просто может. Здесь работает все четко, в рамках закона. Если ты соблюдаешь законы государства, ты в полной безопасности, можешь вообще не переживать. Седьмой пункт. Отсутствие воровства. Здесь люди оставляют свои вещи и телефоны где попало. Их никто не берет. Если идти по городу и пообращать внимание, что лежит на улице на прилавках, в то время как все сотрудники находятся внутри магазина, то можно удивиться, как они на первый взгляд беспечно бросают свои мобильники в неожиданных местах. В коробках с фруктами или с овощами, на столиках кафе прямо на улице, на пляжах. Не раз были случаи, когда турки приносили в полицию найденный телефон или кошелек с деньгами. Полиция быстро находит владельцев и возвращает все это обратно. Пункт номер 8 – это возможность решить задачу, даже если тебе уже отказали. Тебе отказали в одном месте, просто бери и иди в другое место.
Например, если в одном банке тебе отказались открыть пластиковую карту, это совсем не значит, что ты не сможешь открыть ее в другом отделении этого же самого банка. И так здесь во всем. Как, кстати, открыть банковскую карту в Турции, мы тебе расскажем подробно в наших следующих видео. Так что подписывайся на канал, не забывай об этом. Так, 9-й пункт. Это моя болезненная тема. Здесь безумно вкусные продукты. Живя в Турции, ты всегда ешь только качественную еду. Свежайшие и вкуснейшие овощи и фрукты. Что бы ты ни купил, даже самый дешевый продукт, он максимально натуральный и очень вкусный. Пункт номер 10, он также связан с продуктами, это цены на продукты. По сравнению с РФ, траты на продукты – это не муки в размышлениях, купить не эти помидоры, которые повкуснее, или не купить, огурцы купить, или сыр, и так далее. Или взять просто то, что подешевле. Здесь такого вопроса вообще не стоит. Еда не должна стоить дорого, ведь это всего лишь еда. 11-й пункт. Дешевая турецкая одежда. Если тебе нужны простые не брендовые шмотки, типа там футболки, шортики, маечки в этом роде, то на рынке или подобных местных магазинчиках скупишься очень дешево. И это не китайщина, разваливающаяся после пару стирок, а качественно сшитый хлопок, который не сносить за один сезон, что очень удобно. Пункт номер 12 – это квартиры. Размер квартир среднего жителя стран СНГ, он просто паразит. Однокомнатная квартира – это как хорошая двушка в любой из стран СНГ. Хорошо меблированная, часто с наличием бассейнов, тренажерных залов прямо в доме, в который пользование этим всем входит в сумму аренды, с охраной, которая готова выполнить любую твою просьбу без дополнительной платы. И все это стоит очень дешево. А сколько именно, смотри наши видео, и ты увидишь, как выглядит наша квартира и сколько она стоит. 13-й пункт – это чистота на улицах. Улицы Стамбула тщательно убраны, целый день разъезжают машины и старательно следят за чистотой. Также в нашем районе, например, раз в день ездит машина и пылесосит улицы. Урны расставлены на каждом углу. После мусорной реформы в Санкт-Петербурге для нас этот вопрос стал болезненным. И теперь мы сразу видим, город замусорен или нет. Вот так. Это то, что мы заметили из плюсов за полных 4 месяца жизни в Турции. Думаю, с течением времени эти плюсы будут только расти. Расскажи в комментариях, что тебе нравится больше всего в Турции, в отличие от той страны, в которой ты живешь или жил. И подписывайся на канал, ставь лайки и задавай свои вопросы в комментариях. Мы на них ответим. Всем пока-пока. Всем пока.